расстраиваешься вторым и третьим местам на чемпионате мира? Тогда ты болельщик или игрок футбольной сборной России. Да-да, футбольной, за которую выступают известные артисты и музыканты. Наша национальная команда – рекордсмен по количеству медалей первенства планеты. Вот только первое место на арт-футболе мы выигрывали пока один раз. Чемпионы в этом составе остались только вот мы с Юрой Давыдовым. Все остальные ребята еще не вкусили этого сладкого плода. Поэтому есть тема и необходимость снова стать чемпионами. Сделать это на сей раз будет проще, с таким-то подбором исполнителей, а самое главное, с удобным графиком съемок. Я ни разу не играл в финале, понимаете, вот я думаю, проблема. Поэтому сборная за последние, сколько лет, 5-6, так ни разу не выиграла. То съемки, то спектакли. В этом году я, может быть, могу присутствовать, если команда пройдет на полуфинале и финале. Вот там посмотрим. Ну а если серьезно, чтобы порадовать болельщиков и достойно представить страну на чемпионате мира, наши игроки выходили на тренировки чаще, чем на репетиции. Ребята готовились 3 месяца по 2 раза в неделю, тренируются, что-то получается, что-то нет. Ну, в любом случае, это все-таки не наша профессия, так что все будет зависеть от старания и от удачи. Потолстели на 10 килограмм, наоборот, скинули 10 килограмм, настроение отличное. Вот, готовы рвать и метать. В этом году мы просто обязаны победить, обязаны. Я понимаю, что мы вам всегда так говорим, но в этот раз будет совсем все по-другому. Мы играем у себя дома, нужно обязательно быть первыми. Почему эта сборная достойна вашей поддержки, отвечают чемпионы. Посмотреть на то, как твой любимый артист или твой любимый музыкант играет в футбол, и как он отдается этой игре, как он кладет свое здоровье, свою страсть за родину, чтобы победил сборная России. Я думаю, что это интересно для любого. Постараемся тех, кто придет за нас болеть, не подвести и чтобы все уходили в хорошем настроении. Поверьте, эта сборная зажигает сердца. Ждем вас на трибунах. Болельщики, призываю вас всех сейчас приходить на матчи сборной России, на арт-футбол, на фестивали, на концерты, болеть, кричать, хлопать, радоваться, плакать, отдыхать, петь, танцевать и вообще круто проводить время. Приходите, нам будет очень приятно, и мы вас не разочаруем, это точно. Ну что вы сидите дома, когда такая прекрасная погода, жара, пекло, 22 мужика потных, толстых, старых бегают. Ну это класс, придите, посмотрите, получите удовольствие. В этом году арт-футбол покажет одну из самых сильных и концертных программ, и насколько я знаю, и футбольные составы будут очень приличные у всех. Я думаю, что будут захватывающие матчи и великолепные концерты. Не пропустите, потому что это на самом деле уникальное событие. Друзья, мы вас ждем на Сапсан-арене, метро Черкизовская, стадион «Локомотив». Болейте за Россию! Вперед, Россия!